Обновление образовательных учреждений республики началось с апреля. На время ремонта школьников перевели в другие помещения. В городской гимназии Шаган-Арыга трудится подрядная организация «Планета». На день проверки полностью заменены окна. Рабочие приступили к демонтажу старой системы отопления. Срок окончания всех работ – 1 августа текущего года. Подрядчик говорит о том, что он готов сделать с опережением, потому что и мы здесь видим строительный материал в достаточном количестве работников, достаточное количество. На этом объекте у нас также трудятся и студенты строительного техникума. Мы уверены, что этот объект будет введен в соответствии со сроками. Всего в рамках нацпроекта образования в этом году капитально обновят 13 школ республики. Объем выполненных на сегодня работ от 35% и выше. Ключевое требование – школы должны быть безопасными и комфортными, напомнил Владислав Хавалы. По 9 школам вопросов нет. Подрядчики работают на совесть. Капремонт остальных 4 под особым контролем. 4 объекта – это первая школа Ошина Тысхемского Кажуна. Там не совсем качественно составлена проектно-сметная документация и объем работ, которые нужно бы делать, и тот, который зафиксирован в ПСД, он не совпадает. И здесь нам нужно принимать какое-то решение, потому что школа, состояние школы нужно очень серьезное вложение делать, а ПСД сделано не совсем качественно. В списке отстающих от графика также подрядные организации, ремонтирующие школы сел Сарыксеп, Чалкижик и Сесерлы. С руководителями бригад проведены беседы. Если в ближайшее время ситуация не изменится, Минобразование Тувы готово начать претензионно-исковую работу. Мадар Сандан, Буян Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24.